Теперь я жалею, что нет метро в Подмосковье. Вот правда. Я бы садилась у себя дома, около дома, и приезжала бы на работу. Потому что я живу за городом и работаю за городом. Вообще кайф. Чё-то с Лёвой добежали, поставили машину, прыгнули в метро, одну станцию проехали, уже были в самом центре в ЦУМе. Ну вообще, 5 минут. А ехать показывала 1:10, 6 километров. Ну что, у нас сегодня настоящий дагестанский ужин. Посмотрите. Молодец, Ксюх. Прикольно приготовила. Хинкал. Папа. Ну, все поняли, что это не я, конечно. Сейчас отмечу, кто. Очень вкусно. Смотрите, картошечка. Мясо, говядина. Смотрите, какие они пышные, потрясающие. Тихо, ты вон, дочка заснула. Красота. Не его это видео смачное. Папуль, через сколько выходишь? Сейчас я через 10.